Рыбакит, папа рисует. А, вы нагнали рыбакит, и у нас опять два Вани. Оказалось, Аня почему-то ушла на диван, говорит, посижу, пока пусть Ваня поработает. И он работает, начинает рисовать супер-пиццу. Но я думаю, что мы нарисуем какую-нибудь страшную пиццу. А? Ну, думаю, да. Давай так, нарисуем, знаешь, какую-нибудь прикольную пиццу, большую, это страшную. Которая пролежала целый день в холодильнике. Нет, целый день на жаре. Нет, ее не целый посидел. Век. На жаре. Целый век в холодильнике пролежала такая. Нет, целый мороженое. Пицца. Ну и по-разному. Можно рисовать как-то, как хочешь. Какую хочешь пиццу рисовать. Я рисую какую-то страшную пиццу, знаешь, такую. Я буду пиццу с нунчаками рисовать. Нунчаками? Это, короче, пицца, которую забыли, все забыли, но она вернулась. И оторвала вам язык. Тут вот нунчаками. Ну, пиццу такую прикольную. Мне нравятся такие страшные рисуночки рисовать. Особенно, знаешь, взрослые. Ну, со взрослыми ребятами хочется рисовать что-то взрослое, согласись, да? Такое, ну, как бы, совсем простое, а что-нибудь так интересное. Я тоже так люблю, на самом деле, эту вещь. Хотя у меня всегда получается не совсем то, что я хотел. Не совсем. Хотя наоборот, как раз таки получается то, что у меня идет в голове, но. Ну вот что ты когда. То есть, думал, я не знаю, что у меня в голове творится. У меня какая-то, знаешь, такой. Так, как это изобразить такой, типа. Как от, типа отваливается такая кожа? Ну как-нибудь. Это вот как каждый художник может это изобразить. По-разному можно изобразить. Я тут нарисую колбаску, знаешь, колбаску. Колбаса с висла такая. Да, колбаса, здесь у нас оливка, знаешь. Вообще похоже на этот, на полный раз колбас какой-нибудь. Да, ну такой полный, страшный, зубы, пицца такая, знаешь, такая она тебя кусает. Нет, ты ее кусаешь и превращаешься в зуб. Кстати, я представляю себе, я бы хотел такую. Пицца для Ивана, дурака. Вы нарисуйте Мейбл. А Мейбл... Это со мной. Мейбл. Ну, мы рисовали с Ваней Мейбл, даже помнишь? Да. Мейбл все началось при... мой приезд из Америки сразу. Да, Мейбл мы рисовали, так что, как бы, может, и нарисуем, конечно, но Мейбл и был уже. Мы стараемся все-таки так, чтобы каждый день не повторять то, что всегда мы рисуем. Как бы, одно и то же не рисовать каждый день. Ну, это... иногда рисуем, например, домики или там про любой... Котов. Котов, например, мы рисуем часто. Ну, коты разные. Ну, уже, наконец-то, котов не просят. Еще не пришли просто. Привет, Пять Егоров. Пять Егоров пришел? О, да. Привет. Егор тоже к нам приходит. Братишка. Его канал Пять Егоров известен. Нам. Мы его смотрим. Не так много. Братан, классные рисунки. Но он рисует, да. И в ближайшую осень появятся новые его рисунки. Что любят парни рисовать. Ну, вот там это... классные. Там, кстати, про любовь, Мань. Про настоящую. Ну, что-то веселенькое. Ну, да, такое нежное, такие сердечки и все такое. А как еще зомби выглядит? Что там еще в зомби? У зомби? Я знаю. Что... Гниль. Гниль это да, но еще обязательно зомби какой-нибудь червя внутри сидит. Ну это в гниле, это в самом гнилом. Это который, знаешь, там по месяцу лежат в этом, в этих. Так у нас оказалось, что целый год лежало. Целый век. А, целый век, да. Целый век лежала наша пицца. О, кстати, я, блин, как раз таки вспомнил историю, как у нас месяц целый в микроволновке лежала пицца. Мы такие думаем, откуда запах, а мы не пользуемся микроволновкой, чтобы там что-то подогреть, потому что была жара, нам не нужно было ничего греть, мы такие хоп, ну там, бац, что, откуда вонище, я такой, хоп, а там пицца лежит. А там пицца, и вы скорее ее драться, кто будет первые есть, да? А, который месяц там лежал, да? Ну и съели, да? Нет, мы просто приготовили чебуреки. Я бы съел. Чебурек же, это тоже фастфуд? Ну, чебурек, ну не знаю, знаешь, чебурек это все-таки домашняя еда. У меня, знаешь, это, хотя, знаешь, у меня будет это как его, напомни мне, пожалуйста, как эти, короче, безногие какие-то, безногие, безрукие зомби, которые как-то умудряются ползти, как червяки, и начинают кусать тебя за ноги. Тоже неприятно. Зомби, наверное. Я не знаю, как их зовут. Я не очень в курсе зомби. Я тоже. Апокалипсис. Там все, наверное, все знают, но я не очень знаю. Вот те, кто шарит зомби-апокалипсис, а кто живет в Америке, всякое такое. Ползуны кусаки, наверное, нет? Как-нибудь, как их еще можно назвать. Да, можно червячка называть. Ну, вот я червячков так нарисовал. Здесь у нас вот такая. У него, кстати, червяки помогают ему забраться куда-нибудь. Ну, вот его червяки, можно сказать, несут. Видишь, у него ноги из червяков. Жгутики.
Жгутики называются? Ну, пишут, что ли? Нет, жгутики это этот, ну... Что? Что за музыка? Ань, ты хочешь музыку смотреть? А, сядь ровненько. Выключай музыку, не смотри музыку, ладно? Мы сейчас записываем, и ты можешь нас как бы... Звук мешает нам, понимаешь? Ань. Ты просто подожди 5 минут, мы дорисуем с Ваней и будем с тобой рисовать. Ладно? Это нетерпеливо. Стоп. Ну, просто Аня, уже ей скучно сидеть стало. В низком, хочется что-то. Мне кажется, что там низкое качество очень. Я посмотрю... Я один раз таким... Потому что... Пишут, что наши рисунки, они рисуют люди. Классно. Так, Айсара, ну спасибо, что рисуешь, но надеюсь, что этот рисунок не будешь рисовать, потому что этот рисунок, как бы, он, наверное, ну, не для того, чтобы его повторять, хотя, мне кажется, такой рисунок я бы, если бы... Представь 3D-моделирование. В детстве я бы тоже нарисовал бы такой, знаешь, они какие-то такие прикольные, знаешь, для взрослых, что ли, пацанов. И я в школе бы обязательно захотел бы такой рисовать. Я придумал, что делать. Я понял, как объем сделать. Типа здесь дырка, а это, ну, как бы, то, что внизу. А, ну, тоже прикольно. Ну, вот у нас получилась такая зомби-пицца. Ладно, я ему... Ну, такая прикольная. Мне нравятся вот такие вот штуки рисовать. Может быть, даже я какую-то серию таких рисунков страшных нарисую. Это будет... Зомби-пицца. Зомби-пиццу, там, не знаю, зомби... Бёрдс. У меня есть зомби-свинка Пеппа. Снифить. Зомби-свинка Пеппа. Страшно звучит, да? Ну, такая вот. Да нет, страшнее звучит ее украинская звучка. Весело звучит. Так, а можно где с карандашами рисовать? Карандашами. Ну, карандашами мы рисуем, но нам на трансляции хочется нарисовать очень все быстро, просто и очень, ну, как бы, очень ярко. Зомби-пицца караоке. Может быть, но пока она не караоке, я даже не знаю, как караоке ей дорисовать. Микрофон в червяка. Да, можно вот так нарисовать, что вот там микрофон держит. У меня не червяк есть, да. Ну, мы его нарисовали, я думаю, такой микрофончик, может быть, действительно, с микрофоном, как бы, он, знаешь, такой, пицца с микрофоном. Может, это зомби-ленд, типа, или как бы? Да, есть целый ленд, зомби-ленд. Нет, Ань, мы это не смотрели. Зомби на каникулах. Кто смотрели? Зомби на каникулах. Нет, но я рисовал рисунок, и зомби на каникулах мне нравятся. Особенно там разные такие прикольные... Персонажи все нравятся. Дракула, блин. Мне же Дракула больше понравился. Такой, знаешь, батя из него отлично просто во второй части получился. Я посмотрел в английском качестве это все, бля, я так не сижу. Я сижу такой, блин. У меня улыбка просто до ушей даже не... Я сижу, пытаюсь перевести этот детский мультик, я его понимаю практически, ну, там, 70%. Потому что он детский. И там не надо слушать, там надо, главное, там... смотреть, что происходит. Ну, там иногда стоит это, типа... Ладно, сегодня страшный рисунок для таких взрослых страшных парней, которые хотят страшное нарисовать. Ну, на самом деле, весело проводить время. Сейчас с нами на паузу и идем к Ане. С красками. Ладно, давай паузу ставим и... Аня?